Ария Рум, мой маленький любитель взрывов. И мы начинаем. Единица, я нажал. Азбука Морзе называется. Я не понимаю азбуку Морзе, я не могу ее прочитать. Они тут мигают с разной частотой. Непонятно, когда длинная, когда короткая. Надо поориентироваться по световому индикатору или когда он молчит. Там в задании не сказано. Мы взорвались. Ну, 3-2, что-то странное называется. Три модуля, три страйка. Первый красный А. Не режь. Первый синий Б. Режь. Первый черный С. Режь. Второй красный Б. Режь. Третий красный Б. Не режь. Второй синий С. Режь. Ой, боже. Второй синий С. Режь. Третий черный Б. Режь. Пятый черный А. Не режь. Стой, третий или пятый, я сбился. Ладно, ой. Резать, да? У нас одна ошибка, ладно. Столограф, цифры. Кнопка с тем же значением, которую нажали на втором этапе, 2. Да, три провода. Самый первый у тебя провода, который... Нет красных проводов. Нет. Режь второй. Да. Опять меня убить хочешь? Нет. Я слышу сарказм в твоем голосе. У тебя роботизированный голос. Для роботизированного голоса сарказм — это что-то в новинку. Может быть. Я попробую другую тактику в этот раз. Что такое ЛИАП? Я не отвечаю на вопросы. Если уточнить, не отвечаю на вопросы кожных мешочков. Раз, два, три, точки. Тире, 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 тире. Раз. Раз, два, три, точки. Тире, да. Тире. Есть такое? Смотрю. Да. Какую частоту? Это три вообще. Три. Еще нужно. Блин, сложно, погоди. Я не понимаю, когда начало. Три точки, тире, точка, тире, точка, тире. Три точки, тире, точка, тире, точка, тире. И так, и дальше я не успел. Сейчас я пока попробую подобрать. Вот, составил. Три точки, тире, точка, две точки, тире, точка, точка. Это полное. Три точки, тире, точка, точка. Две точки, тире, две точки. Так, первая S, вторая, допустим, чё? N. А, да такого нет. А между ними есть хотя бы какие-то перерывы вот этих значений? В смысле? Они постоянно играют? Просто постоянно, да, окей. У меня в игре громкость пропала, короче, из-за этого. Из-за того, что телевизор пока включил. Из-за того, что я включил телевизор. Но осталось 1 минута. Чё, ты придумал что-нибудь? Попробуй. Давай попробуй. Ну? 3, 5, 8, 2. Ты мне сразу говори, потому что у меня частота тут. Да, верно. 3, 5, 2, да? Ну, мы не успеем, за 40 секунд осталось. Я сейчас игру перезапускаю. Кнопка, давай, кнопка. Желтый аборт. Да. Саймон говорит. Мигает синий. Да. Усложненные провода. Правильно? Да, 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 наверное. Давай. Ну, синий провод с красной обмоткой со звездочкой. Без светового. Синий провод. Ну, красный синий провод. Значит, это не важно. Полосатый? Ну, он красный синий. Ну, в смысле, я имею в виду. Он точками такими? Или просто? Ну они как будто... Знаешь, как когда воду с маслом сливаешь, она как бы вот так вот по слоями идет. Он как цельный, да. Понятно. Звёздочка есть, да? Да. Допустим, предположим. Так, С. Ну давай разрежь. Пока ничего. Белый провод со звездочкой.
Белый провод со звездочкой. Я до сих пор не разобралась в этом. Разрежь. Такой же синий красный провод, такой же, с огоньком. Горит святой идиот. Тогда пусть будет Д, не режь. Да, провода, помнишь еще другие, вот которые до этого делали модули? Синий, красный, черный. Да, давай. Первый черный А. Режь. Я просто задумалась о твоем убийстве. Второй черный С, ты меня пугаешь. Режь. Третий черный А. Нет. Второй синий Б. Второй? Почему второй? Нет, не режь. Первый красный Б. Быстрее. Нет. Четвертый черный А. Быстрее. Четвертый черный А. Да. Да, да. Пятый черный С. Нет. Синий. Третий синий Б. Третий синий Б, да. Да, да. Да, все. 31 секунда оставалось. Мило. Fair game. Азбука Морзе. Короче, мы просрали. Точнее, ты. 2, 3. Пробел. Зире. Раз, точка. Две точки. Точка тире. Три точки, тире, точка. Точка тире, тире, две точки. Ты мне просто цифры скажи. Ну тоже не надо сначала слово расшифровать. А, желтая кнопка, желтый индикатор, это 5, по-моему, цифры, да? Да. Ты мне неправильно, наверное, что-то сказал. Просто в любом случае, по пробелам, значит, что-то не так. Не может быть по пробелам что-то не так. Посмотри, пожалуйста, еще раз. Точка, точка, точка. Тире. Точка. Да. Вот, там пробел был. Тире, тире, пробел, точка, видимо. Вот, тут так вот уже лучше. Это имеет значение большое. Тем не менее, нет такого слова. Окей. Минута осталась. У нас еще 3 модуля. Ладно, окей. Мы один модуль 5 минут взламываем, и то не взломали. Просто ничего не подходит, потому что ты говоришь. Ладно, попробуй. 3, 5, 9, 2. Нет. Тут нет попыток на ошибку, да? Почему есть? Я вот ошибся, и сейчас через 4, 3, 2, 1 я взорвался. И снова азбука Морзе, блять, я ее ненавижу, а? Давай. Немножко. Точка, точка, точка. Тире, точка. А нет, блядь, там вообще по-разному. Точка, точка, точка. Четыре точки потом что? Кто, блядь, это придумал, а? Такое ощущение, что оно ускорилось, я не понимаю уже. О! Все, давай дальше, дальше, дальше. Цифры, цифры, я отгадал. Я чисто случайно отгадал. Ни одной ошибок. Цифры, горит 3. Значение первого этапа. 3. Да, 2 горит, тут первый этап. Снова. Значение четвертого этапа. Значение 3. Да. Провода, самые первые провода. Режь второй. Да. Провода, которые надо знать с количества их. Давай быстрее. 2 минуты. Да. Нет. Да. Нет. Пятый синяк. Нет. Да. У-ху! 52 минуты, секунды. Да? Да. Хорошо. 2 минуты, 30 секунд, 5 модулей, 3 ошибки. Пройдем. Нет, я короче, следующий сразу. Пройдем. Сказала, пройдем. А вот это с одной ошибкой можем. Там чисто, там 2 минуты 30 секунд. Мы это сделали за, еле за 5 минут. А ты можешь управлять? Я могу выбрать убирать? Уровень, да. А, ну этот легкий, в принципе. Провода самые первые. 4 провода. Режь последний красный. Да. Еще такие же провода. Режь последний. Да. Красная кнопка, написано пресс. Отпустите, когда любая цифра... 4, короче. Да, осциллограф. Ну, буковки, циферки, циферки, циферки. Потом будут буковки. Давай. 1. Кнопка на второй позиции. 4. Та же позиция. 3.
Кнопка на третьей позиции. А, один. Позиция первого этапа. А, три. Значение четвертого этапа. Один. Мы взорвались. Видимо, я указал... Нет, я указал не так. Видимо. Или ты мне сказал не так. А, четвертого этапа. А это пятый был. Да. Я посмотрел не туда. Я указал один, а значение четвертого этапа 4. Это про... Ага. Рисую треугольнички. Сижу с этим мешочком. Эх. Бомбы какие-то разминировал. Когда вообще планировал их взрывать. Не держала бы меня клетка из проводов над гадами. Спокойно выдала на свободу. А я сейчас буду кушать, сейчас меня покормят. А готовы? Что это пушку? Стоп, что это за пушку? Луковые колечки. Провода. Нет, мы никуда не сменимся, пока ты меня не накормишь. Провода! Ничего не знаю. Я сейчас разминируем, накормлю, давай быстрее, провода. Одни провода у тебя на уме. Пять. Ладно. Пять. Вот столько же колечек я не должен. Рех второй. Символы. Ну ты там жуёшь. Символы. Ухо. Тут нет уха! Лямба и потом звёздочка. Я вижу это ухом. Я художник, я так вижу. Это всё потому, что ты меня не покормил. Странный символ. Ты сказала, потом лямбда. Я нажал на лямбду, мы взорвались. Окей, тогда не жуй. Сказала, не жуй. Режь второй. Четыре же было? Да, шесть. Режь четвертый. Ага. А символы? Да, этими точками Э. Дальше. И... Ты понял, какая Э? Ага. Знак, который... Дальше подсвечник и... А, цифры? Слова. Я не помню. Ну вспоминай, мы... Уже 20 секунд прошло на вспоминание. Слова, ну... Ну, еще. Я не знаю, как по-другому объяснить. Слова подбирать, там еще глазик нарисован был. 30 секунд прошло. Осталось полторы минуты. Что еще написано? Тхейр. Что еще написано? Второй столбик, нижняя, самая нижняя строка. Left. Где еще? Минута осталась. Right, left, first. Left. No. Неправильно. Еще раз этот модуль. LED горит. Кто еще раз? Говори нормально. LED. Все нашла. Первый столбик, вторая строка. Press. Right. Нет. Middle. Есть. Yes. Есть, дальше. На экране size. S-A-Y-S. Size? Да. Всё поняла. Второй столб и последняя строка. Middle. Blank. Нет. Ready. Нет. Okay. Okay, есть. Дальше. Your? Нет. Y-O-U-R. Второй столбец с второй строка. You are. Your. Через которое было до этого. На экране, next. Который я тебе сказал. Next есть, да, все. Дальше, провода, самые первые провода. Четвертый. Раз, два, три, четыре, да. Шесть проводов снова. Лишь четвертый. Да, циферблат, ну, цифры. Значение второго этапа. Два. Да, все, мы разминировали. Там была еще синяя кнопка детонейте, но по первой серии просто тыкнул на нее, и все. Хватит. А, это когда мучились, да, сюда? Детонейте. Ты со мной мучился. Это твоя пожизненная кара. Три провода. Последний. Шесть проводов. Четвертый. Красная кнопка, написана детонейт. Нажми и резко отпусти. Да, символы. Поняла, были R, вот эта палочка, мягкий знак и... Слова, hold on написано. Где глазик? Hold on. Минута осталась. Hold, где он? Нашла. Последняя строка, последний столбец. You.
поняла. Шор. Юар. Шури, который Сури? Да, да. Да. А написано yes. Yes, 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 yes. Первый столбик, вторая строка. Ват. Вхат. Ват? Вхат. Ух. Ух. Три хэ. Три хэ. Да, да, да. Да. Дальше. Быстрее появляйся. Лед. Л-Е-Е-Д. Две Е. Две Е. Первый столбец, последняя строка. Yes, yes, yes. 13 секунд. Yes. Где? Окей, right. Ух. Right. Middle. Нет, right неправильно. Ух, middle. Все заново. First. Там заново появилось новое слово. Right неправильно.